Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и продолжаем играть за Sims 3. Ну что, в прошлой серии мы с вами отметили день рождения нашей малютки, как тебя там зовут, я уже совсем забыла, нашей малютки Ханны. Сейчас у нас Стефани, вообще, где она, дома, да? Окей, да. И, в общем-то, я ее переодела, поменяла ее внешность, и также немножечко поменяла ее комнату. И мы теперь с вами начинаем активно подготавливаться к университету, поэтому именно сегодня мы начинаем всем этим заниматься. Мы начинаем зубрить анатомию, начинаем выполнять различные дальнейшие действия, решаем уравнения и так далее. Можно будет также сделать росписи какие-то, можно будет работать над бизнес-планом. В общем, дел у нас с вами еще очень и очень много. Вот, так что давай там пока что изучай как-то. А мы тебе можем, кстати, помочь? Нет, окей. Так, ты у меня заболела, что ли, да? Ты у нас на работу, получается, не пойдешь, да? Через один день 18 часов. Ладно, посмотрим, как там у тебя дела пойдут. Давай мы, наверное, с тобой пока что постираем. Возьмем чистое белье, нужно еще постель застелить. Окей. Это ты у нас там такие странные звуки издаешь или что? А, ну-ка, я хочу тебя зафоткать. Блин, там будет эта штука, да? Просто так это как-то странно, и тем более там еще-то полоса навыка. Мега странно. Ну ладно, давайте зафоткаем, все равно что как воспоминания, как никак, да? Согласитесь, согласитесь. Вот, так что давайте, пока что она нас изучает. Опять-таки Лана. Угу. О, кстати, награда у нас какая-то есть, лучшему танцору балета. Я ее даже не видела, давайте ее поставим. А ты все еще ходишь на балет, нет? А у тебя есть какие-то еще внеклассные занятия? Ух ты, сколько у нас здесь всего. Драм-кружок, ух ты. Класс. Хорошо. Хорошо. Стефани пока что у нас здесь занимается домом. Ты там постирала? Нет. Иди, кстати, наполни кормушку. Выпустить на волю. Нет, это нам не нужно. Так, а что у нас здесь торт стоит? Можно вопрос? Нужно это убрать. То зачем она нам здесь пропадает, стоит все-таки как-никак. Хорошо. Пойдем, может быть... А, нужно с кем-то играть, да? Ладно. Так, кстати говоря, наверное, я песочницу уже уберу. Зачем она нам нужна, все-таки, сами понимаете ли. Вот. А ты можешь еще играть в домики на дереве? Уже нет, да? Блин, печально. Давайте тогда его тоже продадим, зачем он нам нужен. И, наверное, классики уже продадим. Хотя пусть останутся... Нет, не останусь. Я их удаляю. Да. Я не знаю, что можно такого достаточно взрослого здесь разместить. Может быть, да, что-нибудь типа костра. Почему бы и нет? А стулья мне где взять? Только вот здесь, вот, да. Можно вот такие вот, кстати, стульчики сделать. Давайте два стула, потому что все-таки двое в семье. Вот. И также, наверное, мы будем потихоньку копить на машину Ханне. Да, хотя бы какую-то. Здесь, в принципе, есть машины, но они, ну, слишком какие-то ужасные, уж извиняйте. Хотя бы на какую-нибудь нормальную ей накопим и потом уже приобретем. Не-не-не, мотоциклы мы ни в коем случае, думаю, покупать ей не будем. Это слишком опасно вообще. Поэтому да. Можно еще телескоп себе купить. Я не знаю, зачем нам нужен, конечно. Ну, пусть будет. Развлечения, в общем, у нас... О, у нас даже батут есть. Ну, батут, я не знаю, как он нам нужен, не нужен. Давай мы пока что с тобой проверим твои знания. Во-первых, стоп. Ага, вот он. Сдать тест. Давай. Что это такое? Главный фокусник. Угу. Давайте пока что, наверное, оставим. Как мне фокусником стать? Где именно? Я даже не знаю. Ну ладно, давайте пока что оставим. Ничего не будем решать. Так, дорогуша, ты пока что, наверное, иди сходи в туалет, можешь почистить, принять ванну, расслабься. Хотя ты болеешь, на самом деле не рекомендуется, когда болеть, купаться, ну ладно уж. А у нас пока что полным ходом подготовка к универу. Да, совсем скоро мы уже туда отправимся, а именно через 2 недели. Итак. Бизнес, технология, наука и медицина, изобразительное искусство, коммуникации, физическое воспитание. На самом деле, я даже не знаю, куда нам нужно будет поступать. Я бы на самом деле поступила бы на науку и медицину. Алхимия, наука, садоводство, рыбная ловля. С
стрит-арт, коммуникации, писательство, фотография, спорт, боевое искусство, бизнес, обаяние, социальные сети. А как нам алхимию развивать? По-моему, это где-то вот здесь. По-моему, я даже помню, наверное, где это. Вот здесь, да? Это оно. Я, в принципе, могу купить, мне все равно будет для нашего ребенка нужно. И поставить это только где-нибудь... не знаю, где даже. Мне бы хотелось, конечно, в ее комнате, и чтобы она могла по вечерам заниматься этим. Давайте, наверное, воспользуемся кодом, чтобы можно было где хочешь поставить. Так, еще раз, где оно у нас? Вот, да? Ну, в принципе, мы можем и здесь поставить, мне это без разницы. Пусть-то и здесь, главное, что дома, а не на улице. Да. Пойдем попробуем, возможно, это и есть навык алхимии. Научные исследования. Я надеюсь, что это то. Стоп, а из какого это набора дополнения? А, так это же из университета, тогда, конечно, это к нему подходит, правильно? Научно-исследовательская станция. Да, давайте мы тут, наверное, с вами все-таки на медицину отправимся. Вот, я думаю, что бизнес, я не знаю. Давайте оставим все это, ладно, пусть здесь будет, как бы. Да, окей. И давайте начнем изучать. У нас реально прям подготовка к колледжу идет полным ходом, согласитесь. А ну-ка, маленький... Кто-то у нас, маленький врач или кто, как его называть? Маленький исследователь, наверное. Блин, я хочу так-нибудь нормально зафоткать. Тут стена мне мешается, тоже мне, видите ли, тут. Окей. Давай. Хорошо, изучай. Какой-то навык ты там у нас изучаешь, да? Так, мы с тобой купаемся. Давай мы, наверное, потом с тобой сделаем еду. У нас есть что вообще в холодильнике? Ну, в принципе, есть. Я на самом деле еще люблю что-нибудь приготовить. Давайте приготовим макароны с сыром. Окей, пойдем. А что за компания? Почему у нас компания? Вообще не знаю. А вы здорово умеете веселиться в компании. Обязательно пригласите меня в следующий раз. Угу. Без проблем. Так, это что у меня здесь такое? Я не поняла. А ну-ка, сюда давай. Потом нужно, наверное, будет положить бутылку. Чего я сказала? Какую бутылку? Одежду в сушилку. Я хотела сказать, не в бутылку. Боже мой. Что со мной вообще? Окей, хорошо. Так. Ты у нас там еще долго будешь смешивать? Давайте мы, наверное, немножечко повысим какой-то навык. Я пока не понимаю, что это за навык, если честно. А, подождите, у нас же есть уроки, да? Может, там есть урок по алхимии? Академическая жизнь. Это еще рано, алхимии нету. Видеокамеры. О, да, кстати, выпускной бал у нас еще будет. Диплом университета, жизнь в общежитиях. Кризис среднего возраста, мальчишники, девичники. Навык алхимии. Ага. Окей. Можно книги читать? То есть это не то, да? А какой тогда сейчас навык? А чё так лошадей много? Стоп, я могу реально купить книгу по алхимии? Как книги купить? А, у нас же здесь магазин, точняк. А у меня есть в городе книжный магазин? Да, есть. Поехали тогда купим книги, посмотрим, какие там вообще есть. А ты пока что развивай навык, потому что я не знаю, то это или нет. Так, навык. Алхимия. Давай мы тебе тогда приобретем. Стрит-арт мы тебе приобретем. Что еще? Социальные сети можно тебе купить. В принципе, наверное, пока что и алхимию том 2 купим, потому что это как-то дороговато, знаешь ли, тоже. Да, окей. Ну что, ты повысила навык? А навык чего? Логика? Серьезно? А нам логика там нужна была или нет? Потому что я не помню. Принять душ со вкусом? Что? Ладно. Иди, пожалуйста, уберись с собой, потому что тут намусорила немножечко. Поэтому, да, давай уберемся. Окей.
Посмотрим, ну хотя ладно, потом посмотрим телек. Так, где у меня вот это вот? Хорошо. Давай там пока что убираемся дома. Стефани кушает. Посмотрим телек, который все равно не нужен на работу, и это на самом деле хорошо. Почему ты не можешь убраться за собой? Ты не можешь объяснить вот что? В чем проблема? Это откуда деньги? Что за деньги сейчас к нам пришли, не поняла. Ну ладно, окей. Так, пойдем посмотрим телевизор еще. Давай поешь и посмотри телек. Окей. То есть мне для изучения алхимии нужно из сверхъестественного, да? Так, сейчас надо найти теперь это, подождите. Ух ты, какая интересная вещь. Так, алхимическая лаборатория. Ну, это, наверное, придется на улице где-то. И будем изучать алхимию. Хорошо. Ой, еще и занятия в городе, серьезно? Я даже, наверное, знаю, где. Нет, не здесь. В больнице. Попасть в больницу с нестабильностью? Что? Бизнес, ресторан. А где еще может быть развитие навыка алхимия? А, типа в самом магазине может быть, хотя, да ну. Военная база. Бар. Эликсиры и товары. Но это не то. Окей, ладно. Так, давай, наверное, ты нас иди спать. Завтра будем опять-таки учиться, изучать алхимию, готовиться к поступлению в институт. Нам в любом случае придется изучать много навыков, потому что вы сами понимаете, что нужно набрать побольше баллов, чтобы нам с вами начали платить стипендию. Да. Так что как-то так. Куда, интересно, персонажи уезжают? Прям реально интересно. Окей, ладно, давайте ждем, пока наша ночь пройдет. Проснемся достаточно рано, я думаю. Вот, и будем уже изучать навыки новые. Ой, что это, что это, что это такое? Что за... А что с экраном? Симс, нет, не умирай, пожалуйста. Я думала, сейчас вообще все зависнет, и придется перезаписывать серию. Но, слава богу, этого не произошло. Да, ну ладненько, у нас там белочка, кстати, тоже, говоря, спит. А чем мы, кстати, ее не назвали? А, на Рэди ее зовут, да, окей, все нормально. Что? Вакцина от гриппа? Серьезно, можно вылечиться, да? Серьезно? Я что-то даже не думала. Окей, тогда давайте мы, наверное, потихонечку проснемся и сделаем вид, что... Ой, у нас пропала еда, да? Класс. И сделаем вид, что мы там записались рано утром к врачу. Нам нужно успеть. В смысле, я не то хотела нажать. Подожди, есть остатки, осенний салат, да. А ты тоже проснулась, нет? Нет, окей. Давай тогда быстрее ходи в туалет, принимай душ. Нет, ты пока что еще спит, можешь еще подольше поспать? Видеть во сне королеву пустого бала, вау. Поспи еще, пожалуйста, тебя сейчас мама все равно уедет. А значит, что-то вышло. А, ну, да, конечно, подождем самое оно. Ладно, все, давай езжай в больницу. Получи укол. Мы тогда сейчас будем просыпаться. Сбегаем в туалет, что-нибудь также покушаем. Вот. Осенний салат, хорошо. Давай, пойдем. Потихоньку слазим, не торопимся, чтобы не упасть. Что это? Подготовка к университету, да. Да-да-да, Хана, готовимся, готовимся. А ты что хотела? Давай вот так вот, наверное, сделаем. Давай, запихивай сюда. Окей, и постирай еще все, иди. Потом ты нас поешь. И потом уже будем изучать алхимию. Кстати, у нас здесь есть крыша над головой, нет? Вот на самом деле это плохо. А я могу колонну построить здесь? Как-нибудь вот так вот ее сделать? И как-нибудь... А, я вот так вот могу сделать, точняк. Вот и все. А я могу ей как бы типа пол сделать, да? О, супер. Вообще замечательно. У нас здесь есть вот такая вот штука. Я просто не знаю, какого цвета здесь сделать.
На самом деле, какой цвет выбрать? Я даже не знаю. Сложно, сложно. Я хочу, чтобы он был похож на вот этот вот. Может, просто плитку сделать. На самом деле. Ну все, это сейчас будет, наверное, долго, походу, да? Ой, я не знаю, что выбрать. Все как-то не подходит. Ладно, короче, пусть остается так, все, мне без разницы. Главное, что туда теперь дождь не капает. Все. Остальное мне все равно. То есть мы выходим, дождик на нас не льется, и это самое отличное, да. Замечательно. Так, хорошо, все, мы больше с тобой не заболеем. А на чем ты приехала? Что-то непонятное сейчас было, ну ладно. Такс, давай я сейчас все вот эти книжечки, которые я прикупила, я их убираю. Да. Дипломы тут какие-то у меня висят. Ты ешь? Хорошо. Так, а ты иди, я даже не знаю. А ты можешь, кстати, бизнесом? Да, тоже, серьезно, интересно. Иди тогда уберись, наверное, у себя. Да, там как раз-таки все уже это... Ого! Да здесь, конечно, молния-то. Ой, это что такое? Это листья с улицы, что ли? Да? Ну ладно. Я с этим ничего, к сожалению, наверное, не смогу сделать. Ну да ладно, ну да ладно. Надеть наряд выпускника, зачем? Иди, может быть, что-нибудь почитай. Просто займись чем-нибудь. Потому что Ханна сейчас смотрит телек, я хочу, чтобы она приняла душ. И потом пошла уже изучать алхимию, да, потому что ей уже пора. Уже 11 утра, и она начинает свое первое занятие. Поехали, давай. Кстати, я не помню, нам нужно там было логику изучать, потому что если да, то мы будем еще так же проводить там вот исследование, вот здесь вот, да. Окей. А ты, кстати, можешь же сдать, да? Тест на проверку способностей. Давай сдадим. Пузырек блаженства. Мистический мир алхимии. В смысле, а почему ты ушла-то? Иди еще исследуй. Я хочу посмотреть. О, у тебя, кстати, побольше. Бизнес у тебя. Класс, наука и медицина. Наука, рыбная ловля, садоводство. Как нам заниматься садоводством? Я, кстати, не помню. Ага, то есть я могу их посадить, да? Вот, давай я их сейчас посажу, а ты будешь за ними ухаживать. Без разницы, какие растения же все-таки, я думаю, да? И гриб. Вот и все. Пусть будут бенгальские огни. Что делаешь? Вот, ты чистишь, молодец какая вообще. Прям умничка, что я могу тебе сказать. А мы пока что изучаем алхимию, да. Нам нужно будет хорошо очень поизучать алхимию, потому что... Ну, нам нужно, я имею в виду, больше всего внимания уделить этому навыку, таким еще как наука, рыболовство, садоводство и так далее. А мы можем сушать эликсир, да? Пузырек блаженства. А у себя это откуда? Тебе тоже то, что ли, покупала? Ладно. Что с тобой? Играть в видеоигру. Пойдем мы с тобой тогда сходим сейчас в туалет. Вот, потом я хочу, наверное, что-нибудь еще приготовить сегодня. Подать поздний завтрак, арахисовое масло и желе. Что сегодня с погодой? Это что такое? Это все разбушевалось, это вообще ужас какой-то. Красиво, кстати. Мне нравится. Да. Так, ну что мы с тобой смешиваем? Как интересно это вообще, смотрите. Круто, мне прям нравится. Я на самом деле уже очень сильно жду, когда наш персонаж поедет в колледж. Я хочу все это вспомнить, потому что мне кажется, это было очень круто. А что дает этот пузырек блаженства? Вот я его сейчас сделаю, что он мне даст? Так, пузырек блаженства, хорошо. Персонажи, которые отопиты с пузырька, в ближайшее время скачать не будут. Это, конечно, перфект, это, конечно, все супер. Да. Давай вот, о! Мастер алхимии. Банка разногласия. Окей. А что здесь так грязно как-то? Пойдем все посадим вот здесь вот. Давай. Посади раз, посади два, посади вот это все. Ну, поливать, я так понимаю, не нужно. Да, не нужно же, да. О, кстати, дождь, по-моему, заканчивается. Да, дождик закончился. У нас здесь бабочки начали летать.
Нет, он еще не закончился. Нет, что-то он, походу, не будет заканчиваться. Ну ладно. Так, ты еду-то сделала, а чем мы не поели вообще все? Пойдем. Мы сейчас с тобой сходим в туалет и опять-таки возьмем тарелку. Я еще хочу, чтобы ты у меня съездила сегодня в научный институт по занятию наука. Да, по навыку наука, точнее, посетить занятия по навыку наука. Да. Как-то вот так вот. Стефани пока что кушает, она тебе выделит, конечно же, деньги. Наполни, пожалуйста, кормушку для Редди, потому что не хочу, чтобы она померла с голоду. Это будет, конечно, не круто. Это будет ужасно. Да давай кушай быстрее, потому что завтра все-таки в школу, и сама понимаешь, да? Вот, Стефани пока что убирается у нас, и, наверное, она у нас сейчас... А, да, наполни кормушку, пожалуйста. А что ты на машине не едешь? А, подожди. А как нам с вами обучить нашу Хану работать, ой, кататься на машине? Вот. Ну, не кататься, а в смысле ездить. Да, вот что мне интересно. Окей, мы с вами посещаем занятия сейчас как раз-таки. Окей, это хорошо. Как мне ездить на машине? Мне просто интересно. Так, и что мне дало это занятие? Новый навык наука. Как ученый Хана получает бонусы производительности заработной платы в научной медицинской карьере и может начать свою карьеру с уровня выше нормального. Да ладно, вау, класс. Окей, это очень хорошо на самом-то деле. Я думаю, это как бы бонус в нашей карьере. Ой, не карьере, а в нашем универе. Как мне? Сначала вы должны научиться водить машину. Вот. И как мне это сделать? Стой, подожди, иди сюда. Не уходи. Показать результат на тест проверки способности, это не то. Может быть, ты должна ее попросить? Особое отношение. Это не то. Мне кажется, что кто-то должен кого-то попросить. Но я пока что не вижу. Так, ребят, ладно, я надеюсь, что вы не подскажете насчет этого в комментах. Давайте пока что еще раз проверим наши знания, сменилось ли у нас что-нибудь, просто ради интереса. Мне просто интересно, я поменяю что-нибудь или нет. Да, конечно, замечательно. Наука и медицина стала 181, технология 127, а из-за чего? А, из-за логики, потому что. Думаю, так, параллельно, думаю, логику тоже будем изучать. Вот, спорт, кстати, тоже у нас с вами имеется дома, если я не ошибаюсь. По-моему, у нас нет беговой дорожки. Ладно, потом этим займемся. Хорошо, ну что, мы тогда с вами, в принципе, будем заканчивать данную серию на таком моменте. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий. Ну, а с вами была Карина. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока, ребята. Тогда я сейчас это зафоткаю, так последний разочек. Все, отлично.